Автор публикации в социальной сети пожелал остаться анонимным, а также не уточнил место, где проходило мероприятие. Но о поведении Ольги Бузовой он решил рассказать максимально подробно. Автор отмечает, что певица буквально воротила нос от всех тех, кто хотел взять у нее автограф или сфотографироваться. Хотя, как утверждают, встреча с фанатами была оплачена и входила в условия выступления. Сделать снимок со звездой захотели сами работники заведения, которые получили ответ: «Я сама позову, когда захочу сфотографироваться». Однако желание у Бузовой после так и не появилось. При этом автор отмечает, что поведение Ольги было отвратительным на протяжении всего вечера, а к окружающим она относилась с презрением. Пользователи сети не увидели ничего странного в таком поведении исполнительницы. А основной причиной, почему Ольга позволяет себе подобное, называют отношения фанатов, которые буквально боготворят певицу. Пользователи уверены, что единственной мерой, которую можно применить к Бузовой, должен быть отказ от посещения ее концертов.